Каждый из нас с вами пользуется электроэнергией в повседневности. Например, включаем лампочку для освещения темной комнаты. Но мало кто из нас понимает, что электричество несет не только свет и тепло в нашу с вами жизнь, но и таит в себе большую опасность. Без электричества, как без воды, ни туда, ни сюда. Ну, в принципе, все уже. Без электричества даже не представляешь, как жить. На сегодняшний день электричество, телевидение, и все бытовые, и все приборы, все связано с электричеством. Электричество? Ну, как это? Прогресс, развитие. Практически все. Без него никуда. Это все. Это свет, это жизнь. Это жизнь. Что ж без нее, без электричества? Ни холодильник, ни свет, ничего. С помощью света мы живем. Если бы не было света, ну, то мы не могли бы играть в компьютер, смотреть фильмы разные. Электричество – это совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов. Говоря простым языком, электричество – невидимый вид энергии, создаваемый движением заряженных частиц. Оно поступает в наши дома по проводам и превращается в другие виды энергии, например, в тепло или свет. То есть электричество в 21 веке – это жизнь. Так и есть. Электричество – это жизнь человека 21 века. Огромная сеть, опутывающая всю нашу планету. Электричество помогает человеку каждую минуту. Но какую же опасность несет электричество? Основными причинами детского травматизма является обычное детское любопытство. Каждый человек в начале своего жизненного пути старается познать как можно больше нового. Вспомните, ведь каждый из нас в детстве ломал игрушку для того, чтобы узнать, как это работает. И к нашему глубокому сожалению, часто именно интерес приводит нас к очень жестоким последствиям. Также очень часто обычная беспечность и внимание, уделенное игре, может также сильно искалечить нашу с вами жизнь. И не понимая, можем ли мы попасть под напряжение, мы без раздумий идем вперед. К счастью, чтобы свести травматизм к минимуму, следует просто соблюдать простые правила, которые могут сохранить не только ваше с нами здоровье, но и здоровье наших с вами родителей. Каждый из вас должен способствовать предотвращению несчастного случая. Запомните, что жизнь, которую подарили нам родители, бесценна. В электроустановках должны работать только профессионалы, которые были специально этому обучены, прошедших специальную подготовку и имеющих специальные средства защиты. Следуйте правилам и расскажите о них не только своим друзьям, но и взрослым, чтобы они также соблюдали их. Компания «Детект Крымэнерго» советует всегда следовать правилам пользования электроэнергией и соблюдением правил безопасности. Мы несем в вашу жизнь свет, а вы дарите больше нам своих улыбок.